Ну, следующая песня, это уже будет настоящая премьера. Здесь в зале находится Анатолий Васильевич Сурцуков, с которым мы познакомились, и вот сегодня лично познакомились, и до этого и подружились по интернету. Вот, генерал-лейтенант, в прошлом командующий армейской авиацией страны. Вот, очень много войн на счету, наград. Вот, и, как всегда, человек тоже пишет рассказы, стихи, сам поет. В общем, такой очень многогранный человек. Но началось, вернее, вот эта песня, история, что он мне прислал не свои стихи, а где-то на просторах интернета ему попало стихотворение. И даже не помню, оно, по-моему, без названия, по первой строчке. Это я его уже назвал, песню, вернее, назвал «Возвращение». В общем, опять же, друзья в интернете помогли узнать фамилию автора, но, правда, с ним мы не пообщались. Это что значит? Анатолий Васильевич? Да. Нет, да я знаю. Нет, мы сейчас говорим про песню. В общем, автором является Владимир Стацюк, вертолетчик. Я не знаю, правда, вот он летает сейчас или не летает. В общем, мы не общались. Но я взял, так скажем, на себя смелость в этом стихотворении кое-что переставить, кое-что убрать, потому что стихотворение и песня — это суть не оттуда тоже, я уже говорил, что требуется у каждого жанра там свои законы. Вот. Ну и получилась вот такая песня, называется она «Возвращение», и я вам сейчас ее спою. Бегут секунды муравьи на бортовых часах. На карте линия пути, тропиночка домой. Небесной жизни 7:00 остались за спиной. Раскачнулась стрелка АРК, узнав знакомый зов. Сигнал занудный, а всегда усталых приводов. Снижаюсь до 600 и вниз чуть-чуть шаг газ. Глазок канала высоты безропотно погас. За метром метр скользит земля, оставив эшелон. В слоистой мутной береде десяток с лишним тонн. Застыло время, как смола в стакане молока. Чуть крепче держит РЦШ, уверена рука. Лохмотья серых облаков растают за бортом. Пейзаж знакомый и родной раскинется ковром. Чуть напряжется гул турбин, замедлит прыть земля, и вихрь над полем закружит травинки веселя. А шасси робко, как цветок, потрогают бетон. Посадка четко прозвучит в эфире баритон. Вздох облегчения турбин усталых разнесется, а погрустневший фюзеляж к стоянке вдруг прижмется. Лукаво солнце из-за туч мелькнет лучом прощальным, и воцарится тишина над вечером хрустальным. Спасибо.